Hello. Oh, yes. Good morning, everyone, and welcome to the session of the... Доброе утро и добро пожаловать на нашу сессию по сети по политике в области фрагментации интернета. И я здесь с коллегами. Вместе хочу поприветствовать всех вас на замечательную дискуссию. Мы очень рады, потому что уже второй год, как функционирует наша сеть. Мы рады представить вам, дорогие коллеги, как работала наша сеть, как она развивалась и что изменилось за этот год в области нашей работы. Сегодняшняя сессия включает в себя презентацию документа, и дальше у нас будет дискуссия этого документа между заинтересованными лицами по трем аспектам, которые мы обсуждаем в рамках работы нашей сети. Перед тем, как мы перейдем к дальнейшей работе, хочу поблагодарить всех волонтеров сети по политике, и многие из них сегодня не здесь, но кто-то на сцене со мной, кто-то находится в зале. И спасибо всем за работу. Давайте теперь приступим к повестке этого пункта. Так, у нас презентация. Мы начнем с презентации. Вы уже рассказали немного о том, что мы будем обсуждать. Я представлюсь. Меня зовут Вим Дегезель. Я тоже занимаюсь работой в области сети по политике, по фрагментации интернета IGF. Это значит, что меня поддерживает и секретариат IGF в том числе. И я выступаю консультантом в секретариате по вопросам сети по политике в области фрагментации интернета. Позвольте мне вкратце представить эту сеть. Это межсессионная деятельность, то есть мы работаем не только, когда происходит заседание или встреча IGF или форум, мы работаем в межсессионный период, то есть мы начинаем в мае, даже раньше мая, мы начинаем готовиться к сессии и к самому форуму IGF. Сеть по политике в области фрагментации интернета. Есть у нас и другие сети по политике, но когда мы говорим именно о фрагментации интернета, мы обсуждаем вопросы технического характера, а также юридического характера в области фрагментации, в том, что может представлять собой риск открытому и взаимосовместимому интернету. Каковы цели нашей работы? Как я уже говорила, это второй год функционирования сети по политике, и здесь нужно понять, что подразумевается под фрагментацией. И поэтому нам нужно было все эти определения сформулировать, что такое фрагментация. Мы рассмотрели различные примеры, кейс-стадии, чтобы примерами проиллюстрировать разные области нашей работы. И следующий вопрос, который мы перед собой ставим, что делать в отношении этих проблем, которые нам удалось сформулировать. Оглядываясь на то, что нам удалось сделать в прошлом году, можно сказать, что мы начали рассматривать эти вопросы, и нужно найти здесь свои вопросы и работать над ними. Мы проводили вебинары в течение года, задавая этот вопрос. Что для вас означает фрагментация интернета? Этот вопрос мы задавали. Что подразумевается под фрагментацией интернета и что нужно сделать для решения этих вопросов? Эти вебинары проходили в течение года, и мы быстро поняли в ходе этих вебинаров, что определение непростое, и сложно дать одно определение, которое бы всех удовлетворило. Все говорят о фрагментации по-разному, обсуждают ее с разных сторон, и поэтому дать одно определение непросто.
Поэтому в ходе нашей работы нам стало понятно, что взгляды есть разные, как минимум на то, что такое фрагментация. И именно поэтому в результате работы прошлого года мы сформулировали рамочную структуру. В результате того, что мы слушали, прислушивались ко всем заинтересованным сторонам, и мы поделили на три части, на три корзины, я бы сказал, того, что мы называем фрагментацией. И дальше уже обсуждали по этим трем темам или подтемам. Это был основной результат нашей работы прошлого года. Мы смогли сформулировать рамочную структуру, которую вы видите перед собой на слайде. Рамочная структура при этом говорит нам о том, что созданы вот эти три подгруппы по результатам нашей работы на вебинарах. Мы говорим здесь о фрагментации, вопросах управления интернетом и координации, либо имеется в виду технический слой, который фрагментирован, техническая архитектура интернета. Это те корзины, давайте их будем называть корзинами, они не отделены друг от друга, они взаимосвязаны, и их следует рассматривать вместе. Небольшой комментарий перед тем, как я передам слово Житель. Мы эту рамочную структуру назвали структурой для обсуждения фрагментации. Это не структура, определяющая фрагментацию. Мы с самого начала говорим, что эта структура должна помогать нам вести дискуссию, продолжать диалог. Эволюция, которую мы наблюдаем в нашей работе, заключается в том, что мы вначале хотели дать определение, а потом мы пришли к пониманию того, что важно обсуждать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами по вопросам фрагментации интернета. Но эти заинтересованные стороны не всегда одни и те же стороны. Возможно, что эти три слоя рамочной структуры подразумевают участие разных заинтересованных сторон, разных организаций, разных людей. И это один из основных выводов, которые мы сделали в прошлом году в ходе нашей работы. И думаю, что чуть позже станет ясно всем присутствующим. Второй пункт. Эти разные группы в разных корзинах или на разных уровнях, они формулируют разные рекомендации по тому, как можно избежать фрагментации или как можно решить проблему фрагментации. И они не обязательно дополняют друг друга. В результате этой дискуссии, тем не менее, будет необходимо сравнить результаты обсуждения по каждой из корзин. Это наша работа в прошлом году. Надеюсь, я ясно рассказал о ней. Мы сформулировали рамочную структуру, которую вы видите на экране. Житель, снова слово вам. Спасибо. Я рада здесь находиться, я рада представлять вам результаты нашей работы за год, как уже сказала Бруно. Мы способствовали диалогу в рамках сети по политике в области фрагментации интернета, и мы хотели бы услышать ваше мнение. Мы уже слышали презентацию авторов этой работы, которая резюмирует работу этого года. Но основная работа предстоит сейчас в зале. Мы хотели бы здесь услышать открытую дискуссию. Мы хотели бы услышать от вас обратную связь. Что еще мы сделали в этом году? Как уже сказал Вим, мы продолжили работу прошлого года, когда мы разработали рамочную структуру, помогающую нам вывести концепцию того, что представляет собой фрагментация интернета. Как это понимают разные заинтересованные стороны? Мы со всех сторон обсуждали этот вопрос и
Мы разработали эту рамочную структуру для того, чтобы поддержать. Это инструмент, который поддерживает лучшее понимание того, что представляет собой фрагментация интернета. В этом смысле в этом году мы смогли продолжить прояснять этот вопрос и лучше понимать, что же такое фрагментация интернета. И как сказал Вим, есть и технический аспект этого, и управленческий, и пользовательский. Для того, чтобы лучше понять этот вопрос, нужно лучше разобраться в приоритетах каждого уровня. Что вредит, что приносит отрицательный эффект, несет в себе. Разработать рекомендации дальнейших действий. Мы хотели бы именно по этому вопросу услышать обратную связь от вас. Те из вас, кто уже с нами работал, я надеюсь, вы продолжите нам давать обратную связь. И эти рекомендации будут полезны. Особенно мы хотели бы услышать обратную связь на тему того, не упустили ли мы чего-то, говоря об этой рамочной структуре и выявляя приоритеты. Мы хотели бы прислушаться к вам, к международному сообществу по этому вопросу. Итак, мы хотели бы сейчас взять по одному каждый элемент этой структуры. И я надеюсь, что вы заглянули на наш веб-сайт PNIF, сайт сети по политике в области фрагментации интернета, и рассмотрели бы возможность во второй части нашей сессии, может быть, дать нам обратную связь на то, что мы вам представляем. Так что мы начнем с презентации каждого из элементов. У нас очень трудоспособные авторы проекта этого документа, и они его разработали, и мы сейчас по одному вам представим основные наши результаты, основные пункты по приоритетам, которые удалось выявить, которыми мы должны заниматься. Мы расскажем о рекомендациях, и затем комментатор ответит на вопросы. Давайте без дальнейшего промедления предоставим слово Розалин Кенни-Бёрч, которая представляет правительство Соединенного Королевства по вопросам технологии. Роуз, вы работали вместе с другими, разрабатывая часть, раздел нашего документа, который говорит об управлении интернетом и координации, и определяет фрагментацию именно с точки зрения управления. Представьте нам, пожалуйста, обзор того, что содержится в этом разделе, и с какими, какие рекомендации вы можете сделать. Спасибо, Шитель. Я рада всех видеть здесь сегодня. Это экспертная дискуссия прежде всего имеет своей целью начать диалог, начать обсуждение. Рабочая группа, которая работала над этим разделом, рассматривала вопрос с разных сторон, потому что фрагментация действительно это комплексный вопрос, сложная тема, и было бы интересно услышать ваши точки зрения. Здесь у нас представлен широкий спектр мнений и углов зрения. Поэтому я хотела бы вовлечь вас в эту дискуссию и услышать ваши комментарии. Но давайте начнем с презентации того, что мы в проекте этого раздела пишем и как мы определяем фрагментацию. Давайте я представлю вам немного контекста. Наша группа, основанная на участии многих заинтересованных сторон, прежде всего говорит о том, как выстроены отношения между управляющими органами, управляющими институтами в том, что касается интернета. И если эти органы не будут координировать свою работу, может возникнуть фрагментация. И фрагментация как раз может привести к дублированию обсуждений и работы.
Важно отметить, что фрагментация на уровне управления может также повлиять на другие разделы и на другие определения фрагментации, такие как пользовательский опыт и технический уровень. Поэтому давайте здесь рассмотрим элементы фрагментации, которые, как нам показалось, были особо важны в том, что касается управления. Мы видим здесь явные примеры того, как дублируется работа, которые представляют собой разные органы управления, и это может создавать сложность для заинтересованных сторон в понимании того, когда и как нужно принимать участие в конкретных дискуссиях. Еще один вопрос, на который мы обратили внимание. Если мы действительно хотим расширить возможности всех заинтересованных сторон, дать всем возможность полного участия, то необходимо обеспечить инклюзивность, чтобы дать возможность всем участвовать на равных. И необходимо далее предпринимать усилия на всех уровнях и давать возможность управлять интернетом и давать возможность как национальным органам управления, так и глобальным органам вести диалог и обсуждать с привлечением всех заинтересованных сторон эти вопросы. Вот основные вопросы, и мы предлагаем несколько рекомендаций. При этом мы готовы выслушать ваше мнение и получить обратную связь сегодня. Во-первых, мы предлагаем не добавлять другие управляющие органы в управление, поскольку уже таких органов много, мы уже говорим о дублировании работы, о том, как пересекается работа разных органов управления уже сейчас. И у нас ограничено время, ограничены финансовые ресурсы, поэтому добавление новых участников этого процесса скорее приведет к тому, что будет не хватать ресурсов для дальнейшего участия, для эффективного участия в этом процессе. Однако еще одна рекомендация, которую мы при этом вносим, это улучшить координацию между существующими органами управления интернетом для того, чтобы помочь сократить существующие разрывы в вопросе управления интернетом. Третье. Для того, чтобы избежать дальнейших накладок, все органы управления должны работать с привлечением всех заинтересованных сторон для того, чтобы дать возможность равному участию и дать возможность всем сторонам на равных принимать участие в принятии решений и в обсуждении. Далее, органы управления интернетом должны более тесно сотрудничать с государственными органами. Это двустороннее движение, государственные органы, которые предлагают какие-то правила, рекомендации в области законодательства, должны опираться на органы управления интернетом и наоборот. Обратная связь должна работать в обе стороны. Органы управления интернетом, институты управления интернетом должны тесно работать с государственными органами с тем, чтобы координировать свою работу и принимать более эффективные меры. Важно для нас получить здесь обратную связь от вас, чтобы услышать и узнать вашу перспективу и ваши взгляды. Меня зовут Джордан Картер. Я представляю администрацию домена Евросоюза, и я хочу здесь сказать о том, что я сейчас сделаю несколько комментариев личных, мое мнение выскажу. Надеюсь, что это запустит дискуссию более широкую. Спасибо и поздравляю всех волонтеров, которые принимали участие в создании этого документа, этой
этого проекта документа. Я согласен с анализом, который был представлен сейчас, в том, что было представлено. Ну, и я буду краток. Хочу сказать, что широкое участие всех заинтересованных сторон важно, особенно в том, что касается органов стандартизации, правительственных организаций, международных организаций, таких как ICANN, например. И важно значимое участие по всему миру, чтобы не было это участие односторонним. Но когда я прочитал первое определение, вот на первом слайде этой презентации, когда мы говорили здесь о фрагментации органов управления интернетом, я подумал, что, возможно, это определение слишком узкое, когда мы говорим о фрагментации органов управления. Когда мы говорим об управлении, прежде всего речь идет о правительствах. И если мы не работаем тесно с правительствами, то не ухудшаем ли мы фрагментацию? И часть сложности здесь заключается в том, что управление интернетом уже само по себе является сложной задачей, достаточно фрагментировано. И в этой связи у нас возникает более широкий вопрос цифрового управления или управления цифровыми технологиями. Еще одна сложность и еще один вызов, который, я думаю, следует принимать во внимание, когда мы говорим о фрагментации управления, это достаточно узкий мандат многих организаций. И эти узкие мандаты, несмотря на то, что есть причины, почему они таковы, они, тем не менее, ограничивают возможности той или иной организации или органа. Поэтому мы можем находиться в ситуации, когда то или иная организация ограничена таким узким мандатом и не готова рассматривать систему и вопрос в перспективе. Да, действительно, требуется лучшая координация, я с этим согласен. Нужно проводить больше исследований, с этим я тоже согласен. Но многие, кто сегодня вовлечен в эту работу, в работу глобального интернет-управления, может уже предпринимать больше усилий, проделывать больше работы без этих дополнительных исследований. Требуется лишь лучше координировать эту работу. Но как раз необходимость координации и представляет собой один из вызовов и сложностей, с которыми сталкивается управление интернетом. Я рад, что была отмечена проблема дублирования усилий, дублирования политики в области интернета, и было внесено предложение перестать дублировать вопросы, касающиеся цифровых технологий. И, конечно, нельзя этого допускать для того, чтобы не упускать ресурсы, которые так ограничены. И последнее, что я хотела бы сказать в отношении управления и нашей дискуссии по управлению. Система управления интернетом, основанная на участии многих сторон, это система, которая могла бы быть более эффективной при более тесном взаимосотрудничестве и диалоге всех заинтересованных сторон. И форум IGF мог бы стать платформой, которая информирует формулирование такой политики более эффективно. Вот все, что я хотела сказать по этому вопросу. So much, Jordan, and we will... Благодарю вас. Мы остановимся на каждом из элементов предлагаемой нами структуры. И хочу сказать, что мы получили обратную реакцию от сообщества в письменном виде. Эта обратная реакция поступила после публикации, и мы поделимся с вами этими комментариями. Например, был комментарий относительно главы по координации интернет, управления интернетом.
Речь шла о том, что необходимо предоставить конкретные примеры того, каким образом фрагментация структур управления приводит к фрагментации интернета. И необходимо, соответственно, поправить в документе наше объяснение того, что речь идет об параллельно существующих нескольких процессах управления, которые приводят к фрагментации. И, соответственно, это охватывается в главе также о пользовательском опыте. То есть вопрос в следующем. Эта глава посвящена наличию параллельных множественных процессов координации. И, Джордан, вы также говорили о том, что необходимо обеспечить координацию, взаимодействие, вовлеченность. Хотелось бы, чтобы вы после высказались, а может быть, высказались бы также те, кто присутствует в зале или слушают удаленным образом. Есть ли у вас предложения или примеры конкретных механизмов того, каким образом может происходить подобная координация? Давайте в таком случае, прежде чем перейти к прениям, перейдем ко второй главе. Витторио Бертолло, который был одним из составителей этой главы. Попрошу прокомментировать. Витторио, конечно же, выполняет множество разных функций. Не знаю даже, как Витторио представить вас. Но, тем не менее, пожалуйста, вам слово. Вы сами выберите, каким образом можете представиться. Расскажите о том, о той работе, которая была проведена в этом году относительно оценки приоритетов с точки зрения пользовательского опыта для того, чтобы оценить, как фрагментация на это влияет. Нужно сказать, что это очень объемная глава обсуждаемого документа, так что поставьте резюме за 3-4 минуты. Да, это сделать непросто. Но действительно, я уже 25 лет принимаю участие в таких дискуссиях. Я работаю в немецкой компании по open source. Когда речь идет о пользовательском опыте, о фрагментации, наверное, этот аспект является наименее четко определенным, потому что мы начали с технического уровня, а потом переходим более к другим уровням и, соответственно, доходим до пользовательского опыта. Мы начали с широкого определения. Если разные пользователи в интернете видят разный контент, или когда они доходят на ту или иную страницу, или когда они пытаются что-то сделать по интернету, видят нечто разное, это свидетельство о фрагментации. Это очень широкое определение. Тогда нужно разделять положительную от отрицательного, потому что нередко разный польский опыт – это попытка защитить пользователя, предоставить защиту, например, личной информации по законам той или иной страны, или предоставить более целевую информацию тому или иному человеку. И то есть нужно потом уже определять, как негативным образом проявляется фрагментация. Некоторые говорили о том, что необходимо найти определение, которое охватывает только отрицательные случаи, но это сделать очень сложно. Тогда получается, что мы должны анализировать случай за случаем. То есть, начиная с широкого определения, мы выявили несколько приоритетных областей и предлагаем заниматься ими по очереди, поскольку необходимо учесть различные точки зрения. Итак, мы определили два главных источника такой фрагментации. Пользователи ни при чем. Либо правительство, которое по тем или иным причинам меняет то, что видят пользователи в интернете в соответствии со своими приоритетами, либо если есть некая экосистема, которая создается компанией, которая не позволяет пользователю уйти из этой экосистемы, поскольку, естественно, к тому существуют коммерческие причины. То есть два разноправленных вектора движения. Мы выявили 6 приоритетных областей. 3 первых, с которых я надо начать, это отключение интернета. Мы обсуждали
это технические аспекты или пользовательские, но решили, что можем обсуждать отключение интернета в рамках пользовательского опыта. И уже получили комментарий от сообщества, которое говорило о том, что иногда возможно и положительное отключение интернета, не знаю, это нужно обсудить. Я в этом не уверен. Второй приоритет, который мы вывели, это случаи, когда правоохранительные органы действуют, и это влияет, может быть, на другую юрисдикцию, на граждан другой страны, других юрисдикций. И третья ситуация, когда возникают барьеры, ограничения, связанные с конкуренцией. Это может быть связано с глобальной платформой, может быть, с национальными ограничениями. Но, конечно же, есть и другие. Мы хотели бы обсудить и цензуру, которая налагается по политическим причинам. Мы хотели бы обсудить случаи нарушения правил интернет-нейтральности и так далее. То есть длинный список. Я хочу призвать всех тех, кто принимает участие в дискуссии, внести свой вклад. То есть мы, конечно же, не предлагаем говорить обо всем одновременно, но давайте мы обратим внимание на те пять принципов, которые представлены на этом слайде. То есть мы исходим из того, что базовым подходом должно быть то, что все должны иметь доступ ко всему. Второй принцип частично корректирует первый принцип, так называемая частичная дифференциация. Например, если необходимо проводить какую-то кастомизацию поискового опыта по запросу самого пользователя, но если это происходит по запросу третьей стороны, то это негативное воздействие. Третье касается оценки. Если появляется отклонение от глобального интернета, либо в результате решения компании, либо правительства. Далее, в-четвертых, с точки зрения регуляторной деятельности, нам необходимо опираться на глобальные соглашения. И если нет гармонизации, например, или гармонизация не учитывает национальный контекст, лишь тогда возможно отклонение. И самый принцип, наверное, самый важный. В конечном итоге у человека должен быть свободный выбор. То есть пользователь должен сам иметь возможность решать, как они будут пользоваться интернетом. Разве что есть какие-то чрезвычайно важные соображения, которые не позволяют пользователю делать такой выбор. Вот, спасибо за возможность выступить. Спасибо. Мне очень нравится ваша презентация. Коничева, меня зовут Мария Летера. Я директор по политике инклюзивности и трансформации в секторе коммуникации ЮНЕСКО. Работа сети по политике в области фрагментации очень важна для нас в ЮНЕСКО, потому что мы защищаем ЮНЕСКО свободу выражения слова, своей мысли и защиты личной информации. А это напрямую связано с фрагментацией интернета. Хочу поздравить вас с проделанной работой. Хочу поблагодарить тех, кто руководил этой работой с прошлого года. Мне кажется, что результат очень хороший. С моей точки зрения, фрагментация польского опыта – это очень интересное явление, потому что есть положительная сторона, когда пользователям предлагают какие-то характеристики контента, которые им необходимы, а с другой стороны, иногда им не дают доступа к определенному контенту. И в дискуссионном документе в основном обсуждается отрицательная сторона. По сути, все сводится к следующему. Каким образом эти механизмы, эти характеристики изолируют пользователей, и в результате пользователь не может вырваться из этих рамок. И эта изоляция как раз это один из главных источников вреда, который связан с фрагментацией, который является следствием фрагментации. По сути, такая изоляция, такая фрагментация приводит к тому, что одни пользователи отделены от других пользователей и
не дает им узнать о других точках зрения. Это однозначно не сформулировано таким образом в дискуссионном документе, вы это лишь упоминаете вскользь, но по сути такая фрагментация отрицательная, она влияет на всех пользователей, не только на тех, кто лишается доступа к тем или иным услугам или контенту, но тот факт, что какие-то пользователи исключены и не имеют доступа к полной реализации своих прав или к контенту и так далее, они оказываются в так называемых пузырях информационных. И другие пользователи также тем самым лишены прав свободным образом взаимодействовать с другими, с теми, кто оказывается в изоляции. Они лишены права передать информацию или узнать что-то у них. То есть в результате эти две группы пользователей разделяются еще больше. И все больше увеличивается разрыв с точки зрения информации, которой они располагают, и знаниями, которыми они располагают. Если это делается с политическими целями, вероятным следствием этого является поляризация, которая выходит за границы интернета и в реальном мире может повлиять и на тех, кто не является пользователем интернета. То есть эта тема, с моей точки зрения, является особенно важной. В ЮНЕСКО мы работаем согласно римским принципам развития интернета. Интернет должен быть открытым, доступным всем, опираться на права человека. А фрагментация пользовательского опыта – это то, что снижает доступность интернета, открытость интернета, влияет непосредственно на реализацию прав человека. И если говорить о фрагментации, то эта фрагментация является результатом одностороннего принятия решений, а не принятия решений с участием множества заинтересованных сторон. Мне очень нравится этот дискуссионный документ, поскольку в нем представлены принципы, которые касаются непосредственно фрагментации. Об этом говорили в презентации, а именно свободы выбора, польского опыта и так далее. Это в большой степени соответствует уже существующим принципам. И особенно тому, что касается принципов соблюдения прав человека. Комментарии, которые мы уже получили, касаются того, что необходимо четко привязать польский опыт к правам человека, к принципам, к стандартам соблюдения прав человека, которые имеют широкое распространение и принятие в мире. Необходимо рассмотреть возможность использования трехстороннего теста, нарушение права на свободу слова. Мне кажется, что это следует добавить в этот документ. Некоторые из соображений, которые уже были высказаны, мне показались интересными. Два комментария. Порой есть контент, который совершенно справедливо, оправданно, законно, доступ к которому блокировать. В соответствии с принципами демократического общества необходимо блокировать доступ к терроризму, к призывам к насилию, детской порнографии и так далее. Это пока еще не нашло отражения в документе. Просто каким образом четко разделить, исходя из этого, доступ к информации. То есть в следующем проекте документа можно это упомянуть и сослаться на законность. Ну и в завершение я могу сказать, что мне кажется, что в этот документ можно включить некоторые меры борьбы с такой фрагментацией. Например, обеспечение функциональной совместимости платформ, повышение грамотности пользователей. То есть это может противостоять эффекту информационных пузырей и не допускать фрагментации. Я не сомневаюсь в том, что вы хотели бы услышать комментарии и других участников, поэтому спасибо за возможность высказаться. Благодарю вас. Вы очень положительно отозвались об этой главе. Большое вам спасибо за это.
Кроме того, Тризалина отреагировали на некоторые комментарии, которые мы получили онлайн. Мы получили очень конструктивные замечания. Вы также можете получить доступ к этой информации на нашей странице. Там также было сказано, что нужно однозначно обозначить определенные термины, прописать взаимосвязь между стандартами прав человека и негативным пользовательским опытом в результате фрагментации, объяснить, что из себя представляет вредная фрагментация с точки зрения пользовательского опыта, и более однозначно это объяснить. Я благодарна вам за то, что вы отреагировали на эти комментарии, поскольку когда мы обращаемся к вам, к тем, кто находится в зале, к тем, кто слушает удаленно, пожалуйста, отреагируйте на эти замечания. Но мы уже получили большой объем очень ценных, полезных комментариев. Спасибо вам за это. А теперь мы переходим к следующей главе, главе, которая посвящена техническому уровню фрагментации. Я попрошу Олафа представить эту главу. А после этого Сираж Кришнан из Совета по архитектуре интернета также добавит свои соображения к тому, что скажет Олаф. Вам слово. Большое спасибо. Меня зовут Олаф Талабан. Я работаю в интернет-обществе и являюсь руководителем. Глава, которая посвящена технической инфраструктуре интернета, говорит о сети сетей. Это сети взаимодействуют для того, чтобы обеспечивать глобальную связь. 80 тысяч сетей взаимодействуют для того, чтобы обеспечить глобальную связь. А поддерживающая эти сети инфраструктура позволяет эту связь обеспечить. Это то, из чего состоит техническая инфраструктура интернета. Когда мы составляли эту главу, мы опирались на следующие соображения. Подробная информация находится в самом документе, я представлю их вкратце. И хочу подчеркнуть, что работа над этим документом еще не завершена. Хочу призвать все заинтересованные стороны принять участие в работе над этим документом, предоставить нам свои комментарии. Мне кажется, что пока еще мы недостаточно опираемся на вашу помощь, на вашу поддержку. В начале главы сказано, что техническая фрагментация не имеет четкого определения. У нас есть операционное определение фрагментации, но эти критерии состоит в следующем. Если 50% IP-адресов не могут связаться с 50% IP-адресов, то это фрагментация. Но это уж очень фрагментированный интернет, очень сильно. Это означает, что половина населения не может, планеты не может связаться со второй половиной планеты. Мы, конечно же, надеюсь, никогда не окажемся в такой ситуации. Да, если вы лысеете, то в какой-то момент вы, конечно, станете совсем лысым, но давайте все-таки предотвратим эту ситуацию. Далее. Фрагментация не охватывает ситуацию, когда люди сами примут решение о том, что они не хотят связываться с кем-то. Например, моя внутренняя сеть в доме может быть не связана с внешним интернетом. Это мой выбор. Вчера, когда мы говорили о фрагментации, кто-то сказал, что фрагментация бывает хорошая и плохая. Мне нравится вообще, в принципе, эта мысль, эта идея. Децентрализация – это не фрагментация. Отсутствие доступа, когда у человек делает выбор не подключаться, не входит в понятие фрагментации. Если речь идет о временном смене маршрута, трафика, маршрутизации, это также не пример фрагментации.
А что такое фрагментация в таком случае? Как же мы определяем этот термин? Очень трудно дать ему одно определение. Мы решили следовать следующему подходу. Мы решили опираться на критически важные свойства, критически важные характеристики, которые были составлены, список был составлен интернет-обществом, и критически важные характеристики интернета, которые можно определить не техническим образом. Опираясь на интернет-архитектуру, я не буду подробнее на этом останавливаться, но по сути, если интернет утрачивает вот эти критические характеристики, то тогда возникает риск фрагментации. Вот подход, который мы решили следовать. Есть и другие возможные подходы, а именно подход, основанный на, который был сформулирован аналитическим центром в Нидерландах и потом был проанализирован Глобальной комиссией по киберстабильности. Это подход, который можно охарактеризовать как ядро интернета, и если мы повлияет на элементы, которые касаются этого ядра, то тогда это может привести к фрагментации. Но когда мы пытаемся использовать не технические рамки, то есть, иначе говоря, когда не прописывается, какая технология используется, мы тем самым позволяем эволюционировать интернету, развиваться, поскольку интернет продолжает развиваться. То есть, каждый раз, когда мы говорим об интернете в его нынешнем состоянии, в нынешнем его положении. Но мы предполагаем, что интернет будет развиваться. Есть еще один элемент фрагментации. Мы знаем, что наблюдается изменение в маршрутизации. Частные компании создают собственные сети с тем, чтобы их сети были расположены ближе к пользователю. Это может привести к иной фрагментации, к цифровому разрыву это может привести. То есть будут те пользователи, которые находятся недалеко от инфраструктуры, и те пользователи, которые находятся далеко от такой инфраструктуры. И это влияет на уровень приложений. То есть появятся пользователи, у которых будет очень хороший пользовательский опыт, и те, у которых такой опыт будет совсем не таким хорошим. И это также находит отражение в том, как интернет развивается в более богатых странах по сравнению со странами, где не так хорошо развита связь. Я только что упоминал о критически важных характеристиках или свойствах, но это является одной из них. Теперь переходим к рекомендациям. Рекомендация состоит в следующем. Необходимо проанализировать критически важные характеристики или так называемое общественное ядро и следить за тем, чтобы сеть оставалась глобальной, поскольку это уже дает возможность для реализации всех целей на уровне пользователей. То есть, если у нас сохранится глобальная сеть, которая связывает всех, то тогда на уровне пользователей можно бороться с фрагментацией. Но если у нас будет фрагментация на техническом уровне, на уровне технической инфраструктуры, то эта фрагментация, безусловно, повлияет на опыт пользователей. Поэтому, ну хорошо, не намного важнее, но очень-очень важно проследить за тем, чтобы сохранились вот эти критически важные характеристики на техническом уровне. Как происходит эта фрагментация? У нас очень мало измеримых параметров
или измеряемых параметров, с тем, чтобы с течением времени отслеживать изменения характеристик, которые влияют на фрагментацию. Поэтому я хочу призвать творчески подойти к оценке параметров, которые можно использовать для того, чтобы оценить фрагментацию. После того, как будет представлено предложение, после этого, например, уже можно переходить к обсуждению стандартизации на техническом уровне, и тогда можно будет сравнить с этими принципами любые предложения по технической стандартизации и проанализировать, приведет ли это, например, к нашей способности подключиться к интернету, иметь связь друг с другом. И мы, естественно, учимся вместе. Подход с участием множества заинтересованных сторон как раз очень и хорош тем, что он позволяет оценить, что предоставляет техническое сообщество, частный сектор, который разрабатывает технологическую основу, и позволяет гражданскому обществу и правительствам проследить за тем, чтобы мы на глобальном уровне сохраняли связь, чтобы не допустить раздробленности. Вот и все, что я хотела сказать. Лично спасибо большое, Олаф. Сираж, вы участвуете удаленно. Мы вас слышим? Да, слышим. Большое спасибо. Большое спасибо за великолепно представленное резюме. Позвольте мне остановиться на том, что кажется важным мне, кажется важным, и что можно усовершенствовать. Но главное, мне кажется, верно. Да, интернет – это децентрализованная сеть сетей, то есть нет одной точки контроля. Очень многие люди работают вместе для того, чтобы построить эту сеть. Сеть сетей. И это то, что нужно прежде всего защитить. То есть эти сети спроектированы децентрализованным образом. Что их объединяет? Технология, которая позволяет обеспечить функциональную совместимость или взаимосовместимость. То есть поэтому, когда мы говорим о том, что технологический уровень – это то, что все держит вместе, а потом над ним уже должна быть администрация, это администрирование, то это, мне кажется, ключевой элемент всего этой главы. Далее, очень важным элементом является открытость интернета. И это напрямую связано с отсутствием определения. Да, все время появляются новые технологии. PV6, новый формат возник, 4 миллиарда человек у нас было подключено к интернету. И да, понадобилось время для того, чтобы создать новый уровень. У нас сейчас есть некие технологии в интернете, которые не могли себе представить создатели интернета на его заре. То есть, когда создается то, что сейчас существует возможность создания всех этих приложений, которые предположительно будут работать повсюду в мире, это как раз возможно за счет открытости интернета. Еще один интересный замечание касается многоуровневости. У нас множество приложений существует, но если у нас на более низком уровне удастся сохранить минимально функционально совместимые технологии, все остальное также будет работать. Вот это нужно сохранять. И еще Мария говорила о контенте. Вопрос состоит в следующем. На каком уровне следует осуществлять фильтрование контента? На более низком уровне или на среднем уровне? Мы говорим об интернете как о транспортной системе. Но при этом необходимо обеспечить выполнение множества разных законов, законов, которые отличаются от страны к стране. И следует ли это делать на техническом, самом низком уровне, или сохранить эту возможность на более высоком уровне. И еще один важный пример, Олаф, вы об этом говорили.
Да, вот недавно произошло положительное событие в области архитектуры многосторонней системы. Закон о цифровом рынке. И это позволило нам начать работать над вопросами функциональной совместимости. То есть это в какой-то степени стало дорожной картой. И правительство, организация, которая занимается политикой и определением технических стандартов, могут следовать единой цели обеспечения открытости интернета с тем, чтобы обеспечить общую связь для всех. Далее, в том, что касается критически важных параметров, мне кажется, что нам необходимо больше иметь точек измерения на планете и создать единую платформу, которую могли бы люди использовать. То есть давайте создадим платформы типа Атласа, например. Это платформа, которая уже существует и которая позволяет проводить собственные эксперименты. Поэтому я полагаю, что мы должны дать возможность другим людям проводить измерения и создавать собственные параметры для оценки фрагментации и подгружать эти данные на платформу. Вот что, мне кажется, является очень важным. Абсолютно согласен с вами с тем, что наш подход должен быть основан на участии многих сторон. И я думаю, что мы должны продолжить именно с таким подходом работать и сотрудничать друг с другом, и учась на уроках друг друга. Последние несколько секунд, которые у меня остались от моего регламента, хочу использовать для того, чтобы сказать, что этот документ — это основа, на которой мы можем дальше продолжать дискуссию, надстраивать следующие уровни. Это интересное чтиво для многих, которые знакомятся с вопросами управления сегодня. Мы знакомимся с тем, какую одиссею мы прошли с 1958 года и к чему мы пришли сегодня. Давайте продолжим работу. Спасибо, Суреш. Спасибо за то, что подключились к нам онлайн. Очень полезно было услышать обратную связь от вас по этому разделу. И, конечно, вы продолжаете связывать эту часть с другими частями, и мы понимаем, что действительно пользовательский опыт очень важен, и, конечно, это пересекающиеся мотивы, перекликающиеся по разделам мотивы. И я как раз хотела бы в этом ключе продолжать дискуссию. И если у кого-то есть комментарии, пожалуйста, делитесь с нами. Я думаю, что Суреш еще хорошо сказал о том, что эти определения должны быть четкими, но при этом они представляют собой начало, основу, на которой можно надстраивать дальнейшую работу. Бруно, передаю слово вам. Бруно проведет следующую часть нашей дискуссии, целью которой является услышать ваше мнение, вашу обратную связь получить. Поэтому, пожалуйста, и не забывайте еще и об онлайн-участниках. Бруно, вам микрофон. Спасибо. Да, как мы уже говорили, это та часть сессии, когда мы готовы услышать обратную связь. Если у вас есть комментарии, вы можете взять микрофон в зале, подойти к микрофону и, пожалуйста, сделать комментарий или задать вопрос. Но вначале у нас есть удаленный вопрос. Фолли Хэббет из Того задает вопрос. Хотел бы знать, как мы можем охватить всех жителей мира, как мы можем преодолеть языковые барьеры, может ли контент быть переведен на разные языки. И еще он комментирует о том, что многие сегодня знают об опасности интернета, и чем больше людей будут знать об опасностях, которые несет в себе интернет, тем больше мы будем готовы. Это первый вопрос, который мы сегодня услышали. Я предлагаю три вопроса заслушать, и после этого наши эксперты ответят на эти вопросы. Пожалуйста. Спасибо. Меня звать Мэг Кулин, я представитель технического сообщества и Совета по архитектуре интернета. Я хотела прокомментировать тему технической фрагментации. Олаф уже говорил о взаимосвязанности. Вы сказали, что 50% определения, они подразумевают в себе технические определения. Но
При этом мы не знаем, сколько два интернета у нас или один, как вы сказали, общается ли одна половина планеты с другой. Это математическая дилемма, и мы, если, конечно, мы добьемся успеха в этом соединении, то, конечно, мы добились, значит, успеха в нашей работе. Но пока этого не произошло. Но здесь вопрос не только во взаимосовместимости, это вопрос способности инновации интернета решить этот вопрос. И если мы не можем продолжать эволюционировать в области интернета, если мы не можем никак продолжать работу над этими барьерами, то, конечно, мы можем здесь говорить даже о представлении новых протоколов на уровне IP, но при этом это не сломает интернет. И я думаю, что все эти протоколы именно так и созданы. Они должны быть взаимосовместимыми, чтобы они способствовали эволюции. Если мы дойдем до точки, когда мы больше эволюционировать не можем, тогда мы пришли к отрицательному результату, действительно, к фрагментированности. Значит, мы не просто не можем больше меняться, но мы не можем адаптироваться, мы больше не гибкие, и мы не можем улучшать свою работу. Поэтому, что бы мы ни делали дальше, то это уже ограничено, потому что гибкими мы быть не можем, адаптироваться мы не можем. И значит, мы застряли. Поэтому, если мы хотим здесь говорить о позитивном влиянии на экономику, на общество, то это перестанет происходить, и мы застрянем. И тогда интернет не будет столь полезным, каким мы хотели бы его видеть. Вот мой комментарий. Спасибо. И еще один комментарий или вопрос перед тем, как мы начнем отвечать. Прежде всего, я хотел поблагодарить за документ, который был нам представлен. Сегодня мы понимаем, что подразумевается под фрагментацией интернета. Да, мы понимаем, что есть три измерения, три определения. Это пользовательский опыт, это техническая часть и управленческая часть. И каждый из этих пунктов важен. Теперь мы понимаем это лучше. И мы рады слышать, что есть некий консенсус хотя бы по этим определениям. Мы не хотим, чтобы еще и работа была фрагментирована. И мы уже говорим о фрагментированном интернете, так что мы рады слышать, что ведется работа. Мы при этом озабочены тем, что регионы, а иногда государства, разрабатывают политику или выражают приверженность работе в области формулирования политики или законодательства. Это представляет национальные интересы или региональные интересы в том, что касается социального и экономического развития конкретного региона или страны. Это существует, такова реальность, и это приверженность работе, это рамочная структура и соглашение представляют интересы региона или страны. И тут же мы опять говорим о фрагментации. Не способствует ли это дальнейшей фрагментации? И иногда фрагментация необходимо, потому что она результат различных интересов стран и регионов. Есть ли здесь некая граница, до которой можно дойти в этой фрагментации и в этих различиях? Теперь возвращаясь к пользовательскому опыту. Витторио говорил об этом, и он дал нам понять, какие элементы были обозначены в разделе, посвященном пользовательскому опыту. Мы понимаем теперь, что это подразумевает и каковы принципы этого вопроса. В пользовательском опыте не может быть ничего регионального или национального, специфического для конкретного государства. Интернет в этом смысле должен быть равен для всех. И в этом отношении мы действительно должны иметь некое глобальное понимание того, в чем заключается минимум пользовательского опыта. Возвращаясь при этом к технической стороне, опять же, хочу поблагодарить вас за все прояснения, которые вы предоставили по вопросу децентрализации или отсутствия связуемости, которая сегодня существует и способствует фрагментации. Мы, по крайней мере, понимаем, что можно доверять, что работа продолжится.
Но возвращаясь к теме цифрового разрыва, опять же, в связи с пользовательским опытом, это открытый вопрос, тут могут быть сложности и последствия. Почему? Потому что некоторые части мира все еще переживают так называемый контролируемый пользовательский опыт. Что это означает? Это негативное влияние на социальный статус пользователя, на свободы пользователя. Это могут быть экономические и социальные свободы, которые ограничены. Из этого всего можно сказать, что это должно регулироваться некой политикой, должны быть разработаны какие-то процедуры, которые способствуют более широкому использованию и более инклюзивному опыту пользователя. Спасибо. И еще один вопрос. Спасибо, я Берри Либа. Олаф сослался на комментарий, который я сделал вчера, о том, что может быть вредная фрагментация, и при этом это часть нашей работы. Да, сегодня мы сталкиваемся с тем, что интернет не тот, каким он был создан, но при этом, когда мы говорим о вредной фрагментации, это может быть ситуация, когда провайдер связи блокирует или страна блокирует доступ, весь или частичный доступ, или конкуренты каким-то образом блокируют доступ пользователям. Но, например, вот и Facebook может приводить к фрагментации, потому что блокируется контент, который могут видеть пользователи. Люди не могут видеть определенный контент. И мои коллеги из Meta считают, что это не фрагментация, это просто такой способ перенаправления трафика. Это просто такие уровни использования интернета. Так работает интернет. И даже когда мы говорим о всемирной паутине, это не интернет. Но с точки зрения пользователя, это и есть интернет. Всемирная паутина – это и есть интернет с точки зрения обыкновенного пользователя. И пользовательский опыт как раз сложен из этих понятий. Давайте подумаем чуть больше над этими серыми пятнами, где не совсем четко определяется черное и белое, не совсем ясное определение. Давайте зададимся вопросами о более глубоких понятиях фрагментации, более глубоких определениях с точки зрения пользователя. Спасибо. И еще один вопрос. Спасибо. Я Кристофер Джей из организации Connect Free. На сегодняшний день мы видим, что блокируются зачастую IP-адреса, которые приводят к ограниченному использованию интернета. И мы, конечно, можем предоставить всем IP-адрес. И здесь, в Японии, мы видим интересное явление. Правительство здесь есть, у правительства есть закон против ICT, он работает с 1990 года. И таким образом мы здесь видим явление, когда у каждого пользователя есть свой адрес ISP, то есть получается, что у каждого девайса, который подключен к интернету, может быть свой IP-адрес. Это интересная система, которая дает возможность отсоединиться от сети, и здесь действительно нужно разделять вопросы инфраструктуры, аппаратуры от вот этих уровней IP-адресов. И это возможно, как мы видим на примере Японии. Я думаю, что это нужно принимать во внимание в этой дискуссии. Спасибо за ваш комментарий. Вижу еще одну руку. Хотела бы поблагодарить вас за доклад о документе, за вашу работу. Меня зовут Лаура Переро, я из Бразилии.
мы видим, что защита демократии, защита правдивости информации требует более осторожного подхода к цифровому пространству и к управлению цифровому пространству. Необходимо задумываться о фрагментации, учитывая этот аспект. И в Бразилии мы уделяем особое внимание вопросу фрагментации с точки зрения пользовательского опыта. Мы работаем с государственными органами, консультируемся с правительством Бразилии. Существует руководящий комитет по вопросам регулирования интернета. И обсуждаются вопросы дезинформации, предоставления данных. Но вы понимаете, что не просто балансировать вопросы демократии и при этом безопасного интернета. Можно ли достичь этот баланс, опираясь на концепцию фрагментации пользовательского опыта? Будете ли вы рассматривать этот вопрос? Есть ли в целях вашей работы этот вопрос? Спасибо, Лаура. Мы вернемся еще к вопросам. Я хочу еще несколько вопросов выслушать, прежде чем мы ответим на все вопросы вместе. Спасибо. Да, я рад, что вы отметили сложности, которые сопряжены с определением фрагментации интернета, поскольку это такой многозначный вопрос. По мере того, как вы продолжаете работу над этой инициативой, будете ли вы подключать региональных лидеров или каких-то культурных лидеров, которые могут внести свой вклад в эту дискуссию, поделиться опытом, может быть, когда они были отключены от интернета, заблокированы или ограничены в своих возможностях использования интернета. И здесь можно было бы провести параллели между сообществами, которые были, которые подавлялись, преследовались законодательно без использования интернета. Можно ли черпать какие-то уроки из этого опыта? И насколько учтены в вашей работе целеустойчивое развитие ООН? И насколько, я понимаю, что уже у вас достаточно комплексная работа, достаточно сложный вопрос фрагментации, но насколько он интегрирован в более широкую перспективу с учетом ЦУРа, с учетом защиты свобод этого людей. И когда мы говорим о подключении следующего миллиарда, то насколько их подключение будет учитывать все эти вопросы, когда мы говорим о сокращении цифрового разрыва, об отсутствии фрагментации, учитывается ли значимое подключение? Спасибо. Следующий комментарий. Спасибо. Меня зовут Мишель Ламбер, я из Монреаля. Я работаю с организацией, которая называется Equality, то есть равенство. Мы поддерживаем принцип свободы онлайн. Я впервые участвую в заседании по сети, по политике в области фрагментации интернета. Мой опыт приводит к тому, что я убежден, что такие дискуссии требуют времени, они сложные. И хотел бы пригласить людей присоединиться к нам в Монреале. Мы организуем конференцию, которая будет посвящена развитию новых технологий, строить мосты, которые помогут людям сократить цифровой разрыв и продолжать пользоваться интернетом значимым образом. Если вы хотите быть частью этого процесса, зайдите на сайт splinter.com и приезжайте в Монреаль. Спасибо. Следующий комментарий. Спасибо за замечательную дискуссию по фрагментации. У меня вопрос. Мы хотим, чтобы интернет был инклюзивным, открытым, чтобы он давал всем равные возможности, чтобы он был трансграничным и способствовал связуемости. Но из-за геополитической ситуации и озабоченности в области торговли и других, некоторые государства предпринимают действия и принимают законы, которые ограничивают пользовательский опыт.
и ставят под угрозу цифровой суверенитет. Вопрос мой заключается в том, я понимаю, что вы уже внесли ряд хороших рекомендаций, но, принимая во внимание структуру управления интернетом, насколько сложно или насколько легко будет, на ваш взгляд, решить этот вопрос и осуществить рекомендации, которые вы вносите, по мере того, как интернет эволюционирует, развивается, подключается больше людей, как вы можете решить именно эту проблему, о которой я говорю? Вы говорили о 5 принципах, но разве эти законы не ставят под угрозу те самые принципы? Спасибо. И еще один вопрос или комментарий. Здравствуйте, я Рауль Лабино из Латинской Америки, Ассоциация интернета. Иногда, я думаю, мы застреваем в этом замкнутом круге определений, что такое фрагментированный интернет. Часто кто-то... Это часто возникает. Это мне напоминает, когда кто-то ввел термин «нейтральность цифрового пространства», но в итоге мы запутались в определениях, не пришли к тому, какое определение устроило бы всех, и все это ушло в никуда. Множество энергии уходит в обсуждение, и как тогда ушло в обсуждение определение, что такое нейтральность интернета или нейтральность цифровой среды. Сегодня мы обсуждаем тему интернета, к которому мы стремимся. Да, конечно, работа в области разработки политики и ваша работа, она производит впечатление, это прекрасная работа, поздравляю вас с этим, но давайте все же фокусировать свое внимание на рекомендациях, на более четких рекомендациях правительствам. Например, какие рекомендации можно сделать правительством? Не блокировать приложения, не блокировать, например, сайты, принимать политику, которая дает возможность равного опыта всем интернет-пользователям в одной и той же стране или даже на всем глобусе. Да, я понимаю, что сложно рекомендовать такие вещи. Я понимаю, что я слышал, что говорили другие коллеги, что сложно это делать, что мы иногда не имеем даже доступа к информации. Но вопрос в том заключается, что если я хочу быть пользователем ТикТока, или я хочу купить что-то на сайте Amazon, я не могу этого сделать. Вот это и есть фрагментация. И если мы тут озабочены тем, чтобы понять, является ли это фрагментация или нет, то, мне кажется, мы не совсем продуктивно используем ресурсы. Спасибо. И я прошу прощения за то, что я больше не могу принять вопросов или комментариев. У нас с вами зал до 10:30, поэтому нам еще нужно ответить на те вопросы или комментарии, которые мы услышали. Поэтому я больше вопросов не могу принять. И теперь я приглашаю наших экспертов Олаф, Виторио, Шетал. Хотите ли вы что-то прокомментировать или ответить на вопросы? Да, да, говорит Олаф, немного, но хочу сказать. Я здесь сделала несколько заметок себе, особо критичных тем. Бабери Лайла попросила больше подробностей. Да, хороший комментарий. Но мы ведь хотели, чтобы этот документ был кратким. И поэтому мы не смогли здесь в какие-то детали погружаться. Еще здесь Мия сказала о возможности инноваций и насколько мы сможем продолжать эволюционировать. Или мы придем в точку, когда наши ограничения не позволяют интернету быть гибкими. Да, это важная идея. И это идея, которая основана на том, что интернет состоит из кирпичиков, из блоков, которые продолжают надстраиваться друг на другом. И эта открытая архитектура позволяет нам эволюционировать. Мне кажется, это важно поддерживать.
Еще здесь говорили, я забыл, как зовут человека, он говорил о доступе к интернету и о том, как интернет изменился с того момента, как он был основан, и как произошла техническая фрагментация, которая привела к фрагментации между версией 4 и версией 6. И да, в Японии действительно был интересный опыт, когда каждому пользователю представлен собственный IP-адрес, но при этом эта взаимосовместимость интернета версии 4 должна продолжать существовать. И этому посвящено 20 лет тяжелой работы, инженерной работы. Если мы сегодня представим что-то новое, то значит необходимо прежде всего уделить внимание взаимосовместимости. Да, эти критические качества системы должны быть общими протоколами. Интернет при этом должен иметь возможность развиваться, и интернет продолжит развитие, если мы придем к пониманию необходимости совместимости. Теперь по вопросу значимой связуемости. Когда я говорю об эволюции прогресса, то действительно, прежде всего, нужно говорить о значимой связуемости. Если интернет развивается по принципу имущих и неимущих, то это нельзя назвать значимой эволюцией, и это как раз и есть фрагментация. Если мы здесь говорим о недоступности интернета, в том числе о финансовой, то мы сегодня вполне эту проблему должны освещать. И многие действительно не могут себе просто позволить подключиться к интернету. Давайте хотя бы сделаем возможным подключение для всех, кто хочет подключиться. Спасибо. Бруно, вам, Розалинд, вам слово. Да, спасибо. Я хотела бы прокомментировать в ответ на несколько первых вопросов о языках, например, о переводе интернета, о доступности интернета на разных языках. Да, действительно, когда мы говорим о глобальном процессе управления интернетом, необходимо давать возможность участия в процессе всем и переводить все на разные языки, чтобы все могли принимать участие в процессе, несмотря на языковые барьеры. Здесь говорили и о других нюансах регионального контекста. Хочу подчеркнуть роль национальных и региональных инициатив IGF. Это действительно отличное пространство, основанное на участии многих сторон, где многие могут принимать участие с учетом местных нюансов и локальных особенностей. И для этого требуется лучшая координация всех этих подразделений, чтобы не способствовать фрагментации и чтобы локализация не превращалась в фрагментацию. Я была в Африке на форуме IGF несколько недель назад, и это была потрясающая возможность. Я была очень рада возможности услышать перспективу развития в африканском регионе и подумать над тем, как это может быть использовано в более широком глобальном контексте, когда мы говорим о глобальном управлении. Спасибо всем участникам, спасибо за вопросы и комментарии. Если у вас возникнут какие-то другие комментарии, можете отправить их нам в электронном виде. Да, я хочу еще добавить несколько комментариев и прокомментировать заданные вопросы. Некоторые комментарии указывают на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, работая с вопросом пользовательского опыта. Да, действительно, на этом уровне мы понимаем, что это большая, широкая тема, и мы видим лишь вершину айсберга.
И если мы говорим о Кремниевой долине, то, конечно, здесь совсем другие проблемы. Если мы говорим о западном побережье США, то они, может быть, жалуются на то, что делают правительства в области управления, в области разработки законов по защите данных. Если мы говорим с европейцами, то они жалуются на то, что делают платформы, которые производят Кремниевая долина. То есть у всех пользователей свои особенности, свои нюансы, и важно, чтобы они могли вести свободный диалог и понимали различия языковые, культурные и региональные. Но да, действительно нужно сохранять вот эту локальную особенность, локальную независимость людей, и при этом не забывая о государственной суверенности, понимая, что доступ к интернету должен быть у всех, и должна быть у всех возможность выражать свои вопросы, свою озабоченность, при этом не забывая о том, что речь идет о глобальной сети, которая должна обеспечивать всем равные возможности доступа. Спасибо, я прошу прощения, что мы не можем ответить на все комментарии и на все вопросы, и не можем предоставить всем слово. Но, тем не менее, время у нас есть продолжать отвечать по имейлу или задавать вопросы по имейлу. Вы также можете к нам подойти, задать вопросы до 29 октября. Мы готовы принять вопросы и комментарии по этому документу. И мы примем все это к сведению в дальнейшей работе над проектом документа, в резюме документа, который мы будем формулировать. Целью этого документа является дать большую ясность работе сети по политике в области фрагментирования. Я думаю, вы понимаете, что это не оконченная работа, это работа в процессе, это документ, который находится в процессе работы. Присоединяйтесь к нам в этой работе. Я думаю, что на этом у нас все. Помимо того, что я еще хотела вас поблагодарить, все остальное мы уже сказали. Хочу поблагодарить всех, кто создавал этот документ, всех, кто его представил, всех, кто сегодня выступил, задал вопросы, прокомментировал и уделил свое время этой теме. Давайте продолжим вовлеченность. Останемся вовлеченными не только во время форума, но и по его окончании вы можете продолжать нам писать. Я ничего не упустила? No, thank you. Нет, я лишь хочу попросить вас вывести слайд на экран, поскольку на этом слайде ссылка на нашу страницу. Вы видите ссылку на сеть по политике в области фрагментации. На этой страничке есть ссылка на дискуссионный документ. Вы можете также отправить нам через этот сайт ваши комментарии. Большое спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении.